Так. Ничего. Здесь записка. Не знаю, кто замышляет директор, но с тех пор, как всем назначили места в столовой, у нескольких учеников началась сильная рвота. Сегодня вечером проверю кухню, хочу узнать, чем они кормят детей. Если найду что-нибудь подозрительное, сообщу Демичеву. Он все уловит. Ну, конечно, он все уловит. Я смотрю, он тут все уладил. Ну что, неужели в столах ни черта нет? Зачем они тогда открываются все? Ну, кроме низкотекстурированных рисунков, ни черта, видимо, нет. Машинка. Записка. Сегодня мой первый день в школе. Мы с мамой и папой переехали сюда на прошлой неделе. Я не хотел уезжать, потому что все мои друзья остались дома, но папа говорит, что у меня скоро будут новые. Папа не рассказывает, чем занимается на новой работе, но обещает, что здесь нам будет лучше. А еще он разрешил мне ведь завести щенка. Сегодня мы смотрели на уроке фильм про доктора Е99. Может быть, мой папа работает вместе с этим доктором? Наталья Рожева. Вы все сдохли. Поздравляю вас. Ну-ка. Что у нас здесь показывают? Та-дам! Это наш лучший друг, доктор Е99. Вот наш ответ растущей угрозе со стороны США. Американцы создали мощное оружие, атомную бомбу, и уже испытали ее на двух больших городах. Но благодаря недавнему открытию у нас есть достойный ответ. Мы покорили мощь элемента Е99. Е99 – редкий элемент, добываемый глубоко под землей только на этом острове. Для изучения его свойств была построена база Каторга 12. Наши ученые верят, что однажды с помощью Е99 они смогут творить настоящие чудеса. Превращать неплодородные земли в цветущие сады. Из инвалида сделать супербойца. Они с кусками стали торчащими из рук. Забавный взгляд америкосов на российские документальные фильмы, советские, какие российские. Кто-то должен обязательно свистнуть. В этом видеоролике вы могли убедиться, насколько парашными были пропагандистские фильмы Запада, потому что это именно их стиль. Советские мне нравятся гораздо больше. Так, ну, судя по всему, нам в эту дырень. Но я пока пройду вперед, пожалуй, потому что вниз-то упасть еще всегда успею, а вот наверх подняться не всегда. Почему? Беременен. Или беременна. Фиг его знает. По голосу этот дурацкий пол. Не поймешь. Еще технологии. Замечательно. Кто там? Ломает недоломанное. Я сейчас подойду уже, а? Я сейчас подойду. Ну, библиотекарь, здрасте. Ты оборзел, по-моему. Фиг еще прицелишься даже на таком расстоянии. Здрасте, до свидания. Произошел новый инцидент, еще ужаснее прежнего. Превышен порог Барисова. Мы опечатываем базу и направляемся к холму. Мы должны немедленно покинуть каторгу 12. Так, куда идти? Сюда идти? Наверное. Нет, не сюда идти. Спасибо! А теперь сдохни, пожалуйста. Пока им в голову не попадешь, все патроны истратишь.
И по-любому он здесь еще не один. Стулья там кто-то катает. Так, здрасте, приехали. АР-9, Валькирия. Основной автомат СССР. Получил прозвище «Выбор Сталина» за идеальное сочетание убойной силы, дальности и точности стрельбы. Ну, отлично. Кто здесь такой злой? Ты здесь такой злой? Коллиматор в 55-м году, ага. Даже не коллиматор, это голография. Здрасте. Ты когда сдохнешь-то, алё? Офигевшие скоты просто. Живут и живут. Я чувствую сейчас все патроны таким темпом истрачу. Так, грёбаный стул. Вот им стулья можно катать, а мне стулья нельзя катать. Как это понимать? Так, уже 880 очков технологии я нашел. Максимум аптечек. По-моему, 5 их у меня, да? Да, 5 аптечек максимум в этой игре. Ну, до того момента, как мы там, я не знаю, что-нибудь изучим, например. Здорово! Ренка, ты жив? Нет. Каким образом тебе помочь? Да господи, хедшот же поставил, ну. Слушай, отвали, а. Заколебался. Ха, не долетел малость. Да-да-да, давай. Давай, пристрели его к чертям. Как же рад я тебя видеть, Рэн. А тебя нет. Тебя мне бы крышка. Ты не заметил, что... Прибыть к спасателям еще вчера. Уходим отсюда. Ты не заметил, что здесь немножко кое-что изменилось, а? Или ты тоже был в 56-м или 5-м году, фиг его знает. Так, вот это что-то новенькое. Замечательно. У нас тут черная дыра. Да, просто так повеселиться. Ты же знаешь этих русских. Медведи надоели. Медведи надоели, скучно стало. Зато какое знамя, какой стяг. Посмотрите на это, а? Титан-1, говорит Девлин 4-1 на аварийной частоте. Ответьте, возможно ли эвакуация? Стопэ. Все. Так, там капли или... Нет, там капли. А вот здесь ящики есть. Наверное, с аптечки, как всегда. А нет, боеприпасы, нормально. Ну, только 12 патронов, это маловато, по-моему. Ну, немножечко. Так, 890 единиц. Наверняка что-нибудь еще есть наверху. Давайте посмотрим. Да-да-да, еще сотня. Уже почти 1000. Нормально идем. Наверное, я не знаю. Игру-то я не проходил. И далеко не доходил. Поэтому без понятия. Много это или мало. Давай закрывай. Пойдем к радиовышке, может, там найдем полезное оборудование. Добраться до радиовышки и связаться с Титаном-1. На заброшенное место это никак не тянет. Так, грёбаные стулья, а? Мы должны слышать сигнал Титана-1. Не, я хочу посмотреть киношку. Надеюсь, отряд за нами. Грёбаный... Да заткни! Мы занимаемся важной работой в каторге 12. И кое-кто хотел бы ее сорвать. Наша задача — обеспечить защиту острова. Провести лекцию по безопасности нам поможет доктор Е-99. Если вы хотите внести свой вклад в процветание каторги 12, то соблюдайте...
также проводим важные опыты с применением Е-99. Хоть это и наш друг, но иногда и с ним надо быть очень осторожным. Это мальчик Ваня и его собака. Они должны неукоснительно следовать нам. Ай-яй-яй, кажется, Ванин пес забрел туда, куда не следует. Ване станет нехорошо, если он подойдет слишком близко к заводу. Чтобы вас не постигла та же судьба, помните, безопасность в каторге 12 – задача каждого из нас. Главное написано «Exit», «Keep out». Мы должны помнить о самом главном. Буду всегда помнить самое главное. Идем. Пресс-центр. Офис копии. Да-да-да. Форма офис. Не совсем та, что я видел, но это чисто советские слова такие. Я уверен. Бери дробовик и пойдем. А сам тебе что, не надо, нет? С4 Волк. Самозарядный дробовик очень эффективен на ближних дистанциях. Тебе-то оружие не нужно? Или ты тоже себе раздобыл? Нифига себе. Что за хрень? Вот я тоже думаю, что за хрень. 3 патрона потребовалось. Быстрее, помоги сдвинуть кап. Ну давай, давай. Да он тут дверь всю пробьет нафиг сейчас. Да эти советские пушки получше наших современных. А почему я должен дверь открывать? Ну да, потому что ты это делаешь неудачно. Все чисто. Точно? Никто на тебя больше не кинется, нет? Ренка, отходи справа, я пойду слева. Окей. На, ваншотнул неплохо, а? Да блински, а? Ничего здесь такого интересного почитать, например, во время боя. Я любитель этого дела, вы знаете. Почитать что-нибудь. Ты еще живой, что ли? Что с вами не так, а? Трупы не находят себе места. Здрасте. Нормальных так раскидывает по закоулкам этих всех комнат. Неплохой дробаш. Мне нравится. Вот, особенно вот это вот. Мне нравится. Когда остается только нижняя часть туловища. Так, здесь по-любому что-нибудь есть. Нету? Как ни странно, нету. Оу-оу-оу-оу! Да успокойтесь вы. Че, я попадаю же в них. И ноль эффекта при этом. Ну, хотя бы этот парень руку подал. А то в некоторых играх, сами знаете, в каких, никто руку не подает. Сюда я лучше не буду соваться. Ну, понятно, туда и нужно соваться. Все, я с вами понял. Пошел, 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 пошел. Лестница вентиляция, замечательно. Че это, я этого парня даже не заметил, честно говоря, когда приближался сюда.